В сентябре этого года постановление правительства Российской Федерации обязало газовиков проводить поверку и обслуживание газового оборудования не реже одного раза в год. Раньше это происходило с интервалом в 3 года. В частности, это нововведение касается горожан, в квартирах которых установлены газовые плиты. Услуга платная, тем не менее, именно такой подход должен гарантировать безопасное использование небезопасного оборудования. Сюжет Андрея Симоненко. Здравствуйте. Здравствуйте. Газовые службы, техническое обслуживание, газовое оборудование. Мы вас ждем. Мастера по эксплуатации газового оборудования встречает Надежда Николаевна. И хоть ее плита в полном порядке, против ежегодного обслуживания не возражает. Хоть и платит по максимальному тарифу за 4-горелочное оборудование – 1150 рублей. Чем меньше конфорок, тем дешевле. Считаю, что необходимо. Мы же не знаем всего, а с организацией приходят, проверяют. Мало ли, я вот не знаю, да, там что-то с конфоркой случилось, ну память где-то у меня плохо бьет. С одной стороны больше бьет, с другой меньше. Ну, если ежегодно проверять, я думаю, меньше будет у нас. Вы в первую очередь беспокоитесь о личной безопасности? Естественно, естественно. У меня же и дети. Газовых плит в городе немало, и у сотрудников газонаполнительной станции работы по их обслуживанию хватает. По-разному, кто приветствует, что каждый год обследуем. Жильцы спокойны, а кто и противник этого, что говорят, плита новая, нам не надо обслуживание и обследование. Ну, вы сами как считаете, действительно встречаются неисправности, при которых опасно эксплуатировать оборудование? Да. Часто находите утечки? Почти постоянно. Данные работы регламентируют постановление правительства номер 410 о мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Газ должен быть использован на безопасном оборудовании. То есть поэтому в обязанности каждого пользователя это поддерживать свою газовую плиту в безопасном состоянии. Вот как это делается? Сама методика, значит, надлежащего содержания газового оборудования установлено на уровне правительства Российской Федерации. То есть есть определенные документы, которые устанавливают регламенты. Ну, вот мы этим руководствуемся при осуществлении этих видов работ. Вот, наша основная задача – это газоснабжение населения, то есть поставка газа. То есть мы обязаны поставлять газ населению, и причем мы обязаны поставлять газ в тот жилой фонд, где исправное газовое оборудование. Поэтому мы это держим на контроле. Самый распространенный вид плит в нашем городе с 3 конфорками. Стоимость технического обслуживания таковой – 1010 рублей. Раз в год вполне приемлемо. Разная степень достатка есть. Все вопросы решаются в индивидуальном порядке. То есть в случае, если газовая служба не может решить вопрос, либо не уполномочена решение этих вопросов, то всегда есть телефон приемный. В крайних случаях даже есть прецеденты были. Я свой мобильный телефон даю, что... Все это решается уже в частном порядке. Тех, кто уклоняется от выполнения регламентных работ с плитой, ждет знакомство с 9-й статьей административного кодекса, пункт 23, и штраф от 1 до 2000 рублей. Исправно осмотрено, распишитесь. Исправная плита – гарантия ее безопасной эксплуатации, тем более в деревянных домах. Андрей Симоненко, Дмитрий Свирит, программа «Время местное».